Присоединяйтесь к борьбе с распространением коронавируса. К одесситам, в частности, к автолюбителям и предпринимателям обратились представители местной власти и бизнеса. Основная идея проекта – обеспечить людей из групп риска всем необходимым, чтобы они как можно меньше выходили из дома. Речь идет о развозке и раздаче продуктовых наборов, помощи пенсионерам и людям с инвалидностью, а также о подготовке опорных пунктов. Кто, допустим, сидит дома, есть личный автомобиль, есть, располагает средствами и временем, и не знает, куда приехать, да, куда податься, как помочь городу и тем людям, которые сегодня находятся дома и подвергаются риску выхода на улицу, предлагаю, если есть желание, написать на сайт, на страницу департамента, либо на мою личную страницу, либо позвонить в департамент внутренней политики. Мы вас добавим в чат того района, где бы вы хотели работать, и вы уже оттуда будете получать информацию, необходимую вам, интересную, где можно приехать, как поработать и как помочь. Уважаемые коллеги, мы все понимаем, всем сейчас тяжело, экономическая ситуация очень сложная, и выход из кризиса, который будет вызван пандемией, он будет непростым. Но если мы сейчас все вместе подключимся к ликвидации, к тому, чтобы как можно скорее мы прошли этот процесс и закончили с карантином, тем скорее у нас будет выход. Сейчас помощь получают те одесситы, которые стоят на учете в территориальных центрах. Если же человек во время карантина нуждается в поддержке волонтеров, ему необходимо оставить заявку. Для этого нужно позвонить или в свой территориальный центр соцполитики, или на горячую линию мэра.